Всем привет! Сегодня расскажу вам о таком проекте, как GeoManna. Первая социальная блокчейн-платформа для распределения бонусов социальной активности. Более 7 миллиардов потенциальных пользователей, глобальная интеграция в бизнес-сектор экономики, уникальная система наград и взаиморасчетов, честное и абсолютно прозрачное распределение бонусов среди всех участников платформы. Платформа для неограниченного количества специализированных P2P сервисов. Старт продаж токенов начнется через 14 дней. Также на сайте представлена белая книга. Она состоит из 30 страниц. Здесь имеется содержание. Это подробный доклад о проекте, его идеях и целях. Как работает данная платформа? Вы можете более детально с ним ознакомиться по ссылке, которая будет в описании. Ваш личный банк. Система мгновенных денежных переводов является безопасной и анонимной. Возможность хранения и накопления без комиссии. Глобальный доступ к торговым сайтам и услугам. Также видео представлено. Проблема экономики. Все существующие модели современной экономики уже неэффективны. Высокие процентные ставки и трансферные сборы, а также низкая скорость препятствуют нормальному развитию деловых и потребительских отношений, а также их накопительным способностям. Концентрация средств в одних руках нарушает баланс и препятствует конкурентоспособности бизнеса, обусловленной старыми подходами, которые не работают в современном мире. Ситуация в мировой экономике сложная, а социальная напряженность только усиливается. Это явные признаки большого расстояния от современного социального развития. Трудности современной экономики и отсутствие четких путей их преодоления делают развитие в направлении блокчейн-технологии весьма актуальным. Существующие новейшие технологические разработки могут решить проблемы современной экономики, но неохотно воспринимаются старыми устоявшимися системами. Особенности платформы. Массовая адаптация платформы GeoManna повышает эффективность всех отношений между людьми и бизнесом, исключая из этих отношений посредников и делая их взаимодействие прозрачным, безопасным и прибыльным. Это решение будет достигнуто за счет создания децентрализованной экосистемы, основанной на оптимизированной мощности блокчейна и организации равноправных отношений между пользователями. Технологические инновации в области компьютерных технологий объединят возможности платежных систем и позволят усовершенствовать существующую модель взаимодействия поставщика и потребителя. Ряд комплексных решений и методов бесконтактных мгновенных переводов исключает комиссии, что повысит покупательскую способность потребителей. Баланс количества бонусов внутри платформы нарушаться не будет и будет напрямую зависеть от их актуальности. Цели. Основной целью создания платформы GeoManna является предоставление возможности всем участникам из разных социальных слоев получать бонусы для удовлетворения основных потребностей путем дальнейшего обмена именно товара и услуги. Равное распределение бонусов среди участников платформы позволит сократить разрыв между разными слоями общества и увеличить емкость потребления. Возможность полного контроля над своими средствами, а также отсутствие процентных ставок, комиссии и регулятора позволит вырваться из банков и других институтов, которые ограничивают финансовую свободу граждан и бизнеса. Бонусы GeoManna будут использоваться как вознаграждение за активность пользователей, а также для подтверждения обмена бонусами между участниками и выступать в качестве основного средства взаимоотношений внутри платформы. Экономика. Наша цель – создание мощного инструмента для социальной и бизнес-сферы экономики. Пользователи определяют ликвидность и актуальность платформы, а также ее дальнейшее существование. Бизнес. Интеграция платформы в бизнес-сектор позволит наладить прямое взаимодействие между потребителем и поставщиками товаров и услуг. Быстрая и надежная система взаиморасчетов укрепит связь между ними.
Кредиты и гарантии. Система микрокредитования позволит пользователям платформы заимствовать бесплатные бонусы от других участников, а также предоставлять кредиты из своих накоплений. Пакет. Основным инструментом для пользователей платформы является пакет, работающий на всех типах смартфонов. Основным функционалом пакета является получение и хранение бонусов, а также подтверждение переводов между участниками платформы. Сборы. Вся концепция платформы основана на полном исключении комиссии внутри платформы. Переводы между участниками будут осуществляться в полном объеме без удержания комиссии за перевод. Безопасность. Наш проект создан с мыслью о безопасности. Система многофакторной авторизации обеспечит безопасное хранение ваших персональных данных и бонусов на ваших устройствах. Перспективы. Для всех. Честное распределение бонусов между всеми участниками. Отсутствие сборов в рамках платформы. Ваш смартфон – ваш личный надежный банк. Товары и услуги, и кредиты, благотворительность и многое другое. Простота в использовании и интуитивное понимание. Анонимные или открытые переводы по вашему выбору. Система микрокредитования между участниками платформы. Для бизнеса. Потенциальных пользователей более 7 миллиардов. Высокая скорость и надежность передач. Инновационный подход и абсолютное отсутствие конкурентов. Постоянное техническое развитие платформы. Интеграция во все сферы человеческой деятельности. Уникальный подход и решение существующих проблем рынка. И это только начало. Дорожная карта представлена на сайте с начала проекта в 2016 году, на сегодняшний день и дальнейшие планы проекта. Распределение бонусов в процентном соотношении. Команда представлена ссылками на линки Димы, можно узнать о них больше. Часто задаваемые вопросы и подробные ответы на них. Также у них есть сообщество во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Фейсбуке. Здесь у них более 1500 подписчиков. Актуальные публикации. Они часто добавляют фото и видео. Обновляют новостную ленту. Также посмотрим их профиль в Твиттере. Здесь более 2500 читателей. Также актуальные публикации. Видно, что они следят за своими социальными сетями. Им важно, что о них говорят люди. В целом, проект Geomana, я считаю, перспективный и интересный. Имеет все шансы на успех. Советую вам заглянуть на этот сайт. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.